Дорогие друзья, я Юлия Чебурко, актриса кино и телевидения. Хочу обратиться к вам за помощью. Сегодня, во времена кризиса и карантина, у всех настали непростые времена. Но у благотворительных организаций настали, наверное, самые сложные. Общество Красного Креста с помощью нас, известных публичных людей, обращается к вам за реальной помощью, которой не хватает самым незащищенным слоям населения нашей страны. Это бабушки и дедушки, у которых нет собственных детей и внуков, которые помогли бы им с едой и лекарствами. Это бездомные люди, которым также нужна помощь с едой и лекарствами. И ваши 100 гривен – это не мелочь. Это реальная помощь, которую вы можете дать каждому. Благодарность за отправленные каждые ваши 100 гривен. Я каждому подпишу фотографию с благодарственными словами. Давайте оставаться людьми в самые сложные для нас времена. Акция «Мы рядом».